Тамбовская область досрочно вошла в отопительный сезон. С таким заявлением сегодня выступило руководство управления ТЭК и ЖКХ нашего региона. Подготовка к отопительному сезону началась практически сразу после окончания предыдущего. С начала мая текущего года на территории области проводились профилактические и ремонтные работы теплосетей. За это время были выявлены и устранены наиболее проблемные участки. Много было жалоб и обращений, потому что все лето Тамбов и прочие территории были разрыты, но разрыты они не случайно, потому что гидравлические испытания, они в принципе были нацелены на то, чтобы в летний период, когда возможно без особых трудозатраты и без сложности провести работы, эти места порывов обнаружить, выявить и устранить. По состоянию на сегодняшний день 100% многоквартирных домов подключены к системе отопления. Также стоит отметить, что параллельно с запуском отопления велись работы и по модернизации систем снабжения горячей водой.